В Ангинском районе на днях состоялось торжественное вручение номинаций по итогам 2016-2017 учебного года. Созвездие успеха, который вот уже третий год проводит Ангинская средняя общеобразовательная школа номер 2 имени Владимира Васильевича Расторгуева для своих учеников. В этот день чествовали самых лучших, талантливых и самых активных учеников школы. Ученикам вручали грамоты, именные стипендии и специальные номинации. В данное время в школе обучается 425 детей. Насчитывается около 10 национальностей. В течение последних лет школа внедряет инновационный проект «Школа творчества», направленный на изменение модели учебно-воспитательного процесса школы и являющийся переходным этапом к внедрению новых образовательных стандартов второго поколения. Свои награды получило более 250 наших учеников. Это традиционное мероприятие мы проводим для мотивации, повышения мотивации к успеху, создания ситуации успеха. Наши дети все достойные. Нынче наша школа имеет 2 золотых медалистов, поэтому успехи наших детей только растут, ширятся и множатся. И мы надеемся, что в будущем году мы уже выйдем на число более 300 учащихся. Отрадно, что активное участие принимают и родители, и общественность, и руководители предприятий.